Одной из самых вежливых дат можно по праву считать 11 января. Сегодня отмечается Международный день спасибо. Само русское слово «спасибо» зародилось в 16 веке. От производного «спаси Бог». Такое словосочетание часто произносили на Руси. Для любой культуры слова благодарности имеют огромное значение. Жители нашего города поблагодарили своих близких. Большое спасибо своей бабушке за то, что она меня кормит, одевает, вот, готовит для меня с утра. Прежде всего, своим родителям, своей семье, своей родине России. Я хочу выразить благодарность своим соседям Лепиловым, Кремлевым, а не знаю, как фамилия, еще одним, за хорошее, доброе отношение ко мне, бабушке. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо хочу сказать своему крестному и любимому братишке. От всего сердца спасибо. Всем спасибо. Главное, чтобы быстрее все закончилось и было все хорошо. Спасибо всем своим друзьям, всем близким, родным, внучкам, за то, что они у меня есть. И все, и остальное, всем здоровья. Всем спасибо. Всем друзьям, родственникам очень огромное спасибо. Кто помогает, кто любит. Всем спасибо за то, что они помогли мне в необходимую мне трудную минуту. Ну и своим коллегам спасибо. Своим родным спасибо. Психологи говорят, что слова благодарности подобны устным поглаживаниям. Они способны успокоить человека. Но произносить их лучше от чистого сердца. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.